Привет, зрители и подписчики моего канала! Сегодня я буду варить лагман. Лагман по-русски. Либо лагман по-деревенски, можно так еще его назвать. Варить из тех продуктов, которые есть у меня в холодильнике. Кому интересно, оставайтесь со мной. Морковь немного обжарилась с мясом, и я добавила лучок. Прошло 2-3 минутки, и я добавляю чесночок и специи по вкусу. Также соль. Я почувствовала запах и аромат жареного чесночка. Значит, пора добавлять томатную пасту. Ложечку полторы. Также по вашему вкусу. Все хорошенечко перемешала. Сейчас налью водички. Водички тоже можно налить больше или меньше. Все зависит от вашего вкуса. Оставляю тушиться минут на 20. Я добавила картофель, нарезанный не крупными кубиками. Варим дальше. Лапша для лагмана у меня готова, как, собственно говоря, и сам лагман. Как и сам лагман, осталось добавить зелень. Свежей зелени у меня нет в магазин, я не пойду, деньги тратить не буду, поэтому добавлю заморозку. Вот такой вот вкусный наваристый лагман у меня получился из того, что было в холодильнике. Приятного аппетита! Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!